Наверное, нет ни одной даты в календаре, чтобы не отмечался какой-нибудь праздник. Например, 6 октября – Международный день улыбки, 10-й – День шуршания листьями, а 21-й – День разноцветных зонтов. И это не говоря уже о традиционных – День рождения, Новый год, 8 марта, а также пришедших к нам не так давно – День Святого Валентина и Хэллоуин. Из года в год становится модно праздновать такой праздник, как Хэллоуин. Это отличный повод порадовать и себя, и своих близких, родственников, друзей хорошими, интересными, забавными сувенирами и подарками. День рождения – один из самых важных праздников в жизни каждого. Море поздравлений, отличное настроение и подарки, которые все мы любим не только получать, но и дарить. При выборе подарка на день рождения учитываются такие факторы, как возраст, увлечение человека сферы деятельности, то есть профессия там, где он работает, предпочтения, ну еще пожелания такие, знать, если это что-то приобретается в интерьер, необходимо знать дизайн интерьера, потому что стилей разных много, и чтобы угодить и порадовать, действительно нужно это знать. А вот угадать с подарком имениннику, у которого все уже есть, едва ли не самая сложная задача, которую приходится решать накануне торжества. В таком случае можно предложить прекрасную книгу-сейф, которая может и порадовать, и удивить. Внешне она выглядит как настоящая книга, имеет и переплет, и странички. Внутри она открывается ключиком, где можно хранить как и украшения, так и денежные средства. Получив приглашение на свадьбу, мы недолго ломаем голову над тем, что вручить молодоженам в этот важный день. Деньги всегда были и остаются самым универсальным подарком, который поможет жениху и невесте покрыть расходы на торжество и обустроить быт. Но такой подарок вряд ли запомнится надолго, если не приложить к нему оригинальное дополнение. Хороший подарок на годовщину или на свадьбу может быть вот такая рамочка. Сюда можно поставить фотографии самых ярких моментов, которые больше всего запомнились. Эта рамочка оснащена еще вот такой подсветкой, которую по необходимости можно включить и выключить. Еще с детства нам говорили, что лучший подарок тот, что сделан своими руками. Наши мамы и бабушки всегда искренне радовались рисункам и поделкам, которые мы мастерили для них в детском саду или школе. Несмотря на то, что во взрослой жизни у нас не всегда есть возможность сделать подарок самим, магазины предлагают широкий ассортимент сувениров ручной работы. Хорошим подарком для мамы, бабушки, девушки, возможно, является шкатулка. Всегда мы отдаем предпочтение деревянным шкатулкам, так как это является все-таки классикой. Классика – это всегда дерево, это всегда стильно и всегда модно. А еще праздник можно устраивать самому хоть каждый день. Для того, чтобы поднять настроение милым пустячком и зарядиться бодростью на всю рабочую неделю, повод совершенно не нужен.